Друзья, всем привет, всем привет. Пришла свой укроп проведать. Все хорошо. Я его полила, не переживайте. У меня леечка стоит, я поливаю. У нас что-то сегодня ветрено. И сегодня еще и дождь весь день. Такое ощущение, что сезон дождей как-то немножко переместился. Так, ой. Мои мальчики. Мелания, Жорочка, Масенька. Друзья, в прошлом влоге, помните, показывала красивую кофточку на Масеньке. Мой мальчик, мой красивый мальчик, мой самый красивый. Ему теперь тепло-тепло. В стразах весь. Еще не видела Маша. Так, вот это вторая кофточка, я тоже показывала в прошлом влоге. Еще не мерила, но это так, это потом потеплее, когда уже. Так, друзья, у меня сегодня будет суп Лиза. Отмою. Сегодня у меня будет супчик в гламурной кастрюльке. Помните, мы закупились вот такой вот посудиной красивой. У меня тут курочка размораживается. Ну, точнее, не размораживается. Я и просто времени у меня не было. Сейчас только начну готовить. У нас уже 12-18. Сейчас я ее помою, залью водичкой и начну готовить. В общем, сегодня будет супчик в гламурной кастрюльке. Еще я кое-что приготовлю сегодня. Сушилку еще почистить, чтобы сушильная машина, ну, она забивается. Что? А, иду, Лаврош. Вообще написали там целую заявку, большую достаточно. Там где-то лампочка. Иду, зайчик. Где-то душевая лейка. Иду, котик, иду. Так, Лаврик меня тут звал показать, как он красиво расставил кукол. Сказал, всех назвал, кто здесь кто. В общем, плели косы, завязывали хвосты, с ним тут сидели. В общем, сказал, мама, пойдем покажу. Так, друзья, еще следующее блюдо я тоже приготовлю вот в такой посудине. Я хочу заодно протестировать, хотя мне нужна побольше, а вот которая моя Pioneer Woman. Но я попробую, хочу вот в этой именно, ну, заодно посмотреть, что за посуда. Ну, суп, понятно, там без разницы, да, где он там варится. Но вот на вот этой вот сковороде попробую сейчас сделать нам обед. Такая, знаете, у меня будет полная отсебятина. Сейчас покажу. Я просто достала вот такие вот колбаски. Это я, по-моему, выбросила. А, нет, не выбросила. Я специально оставила, чтобы вам показать. Вот такие вот колбаски. Это куриные. Где тут видно? Куриные колбаски острые. Это острые колбаски. Мы брали в Костко. Они у меня лежали в морозилке, в заморозке. Вот я, наконец, достала. Вот там два вот таких. Одна у меня в морозилке осталась, одна вот у меня разморозилась. Два вот таких сегмента были. Вот так они выглядят. Очень вкусно. Мы почему их взяли? Мы их там пробовали. Там вот на пробу дают, когда какие-то там продукты пробовать. Мы там попробовали. Вове не понравилось. Вова сказал, что очень остро, а мне прям вот идеально понравилось. В общем, я хочу сделать с овощами. Вместо там мяса фрикадели хочу сделать вот с этими вот колбасками. Сейчас овощи достану все, какие у меня есть. Итак, друзья, вот набор продуктов, которые я сейчас буду использовать. Помимо колбасок у меня будут овощи. Я достала все, которые у меня есть. Честно говоря, больше ничего нету, поэтому у меня болгарский перец. Здесь три, желтый, красный и какой, оранжевый. Зеленого нет. Но у меня есть зеленый, очень острый. Но я сюда не буду вообще добавлять ничего острого. Здесь даже приправа будет не острая. Вот это не острая приправа. Кстати, надо еще докупить. И соль, потому что у меня очень острые вот эти колбасы. Ну, не очень острые, но у меня семья просто есть не будет. Я-то добавила бы себе, но вот они не будут. И взяла даже помидорки. Они у меня есть такие пикантные, а есть обыкновенные. Вот я обыкновенные добавлю. Чеснок, естественно, куда без него. Зелени у меня на этот раз много. Видите, ничего зеленого нету, а надо что-то зелененькое. У меня ни цукини, ни горошка моего любимого. Так горох у меня вписывается в такие блюда. Очень вкусно. У меня будет зелень. Зелени у меня на этот раз много. У меня еще много в холодильнике, поэтому хватит. Так, ну что, приступаем. Так, много морковки и картошки, потому что половина еще в супчик пойдет, поэтому она не вся пойдет у меня вот в это блюдо. Погнали. Ой, друзья, забыла же вам еще показать, мы же с вами все сегодня тестируем, как всегда, все вместе, кроме посуды, еще вот такие вот досточки, они не скользят, это очень удобно, в общем, тонкие, которые вот мы тоже вот купили вчера, получается. В общем, резать на них одно удовольствие. Итак, друзья, обжариваем лучок, уже такой золотистый, так быстренько стругаем морковочку. Так, морковочка у меня вот такими небольшими брусочками. Обжариваем. Друзья, мы же с вами сегодня все тестируем. Вот это открывашка, всем открывашкам открывашка.
Друзья, если вы мучаетесь открыванием вот таких банок, хотя я до сих пор не понимаю, почему до сих пор выпускают такие банки. Уже давно они открываются так, но вот попадаются иногда. Сгущенка, например, та же, но и то не вся. Вот это вот возьмите, вот ни за что не пожалеете. Это всем открывашкам открывашка, просто топчик, друзья. Так, это я помидорки открыла. Я нарезала колбаски, я нарезала болгарский перчик. А у меня уже обжарился лучок с морковочкой. Так, немножечко. Забрасываем перчик. Так, оп, я даже... Итак, все это сейчас потушим. Я, наверное, даже чуть-чуть прибавлю огонь, потому что я убавляла. А, друзья, часто мне пишите, что я не в той последовательности все выкладываю. Это надо было вторым, это надо было пятым. Друзья, ну, а вот в том агрегате как все готовится? Вообще не важно, все закинули, закрыли, забыли, ушли. Ну, там же нет никакой последовательности. Нет никаких технологий. Вы мне так часто пишете про технологии. Но сейчас, в наше современное время, ну, какие технологии? Все готовят так, как хотят, так, как им нравится, так, как вкусно. В общем, есть только вкусно, есть невкусно. Все остальное не существует, друзья. Можно все по технологии приготовить, но это жрать будет невозможно. Друзья, главное, чтобы было вкусно. А в какой последовательности? Вот как вы мне пишете, это надо было седьмым забросить, и ни в коем случае не пятым и не шестым. Камон, друзья. А, так, друзья, сейчас... Ой, какой запах пошел. Вот болгарский перец, когда жарится, тушится, это сумасшедший запах. А, пап? Даже? Так, я добавила чеснок. Я сейчас добавлю вот эту вот специю. Она не острая. Ее можно вообще сколько угодно. А ее можно. Она такая, знаешь, ну такая специя. Вообще в ней нет ничего острого, какого-то особенного такого вкуса. Поэтому ее лучше чуть побольше сыпать. Так, еще сюда соль. Да, это готовое? Готово. Ты помнишь, есть места, тебе не понравились, они острые. Но их вообще поджарить желательно. Еще капуста? Это что у тебя? Угу. Капуста? Да, есть хочу, банку стоит дома. Ну, отлично. Так, и сейчас добавим помидорки. Прям вот так добавляем. Помидорки. Можно свежие, можно из банки, неважно. Вот эти даже вкуснее получаются из банки, потому что они там все-таки с какими-то такими вкусами. И будет еще вкуснее. Томатную пасту можно. Так, все, тушим, обжариваем, как это называется. Так, я уже порезала картошечку, это попозже. Колбаски нарезала. Как тебе колбаски? Ничего. Ничего? А ты брать не хотела тогда. Ну подожди, они будут вкуснее уже в блюде. Что это, твой обед? Так, тем временем у меня тут готовится супчик. Осталось недолго. У меня там курочка, овощи. Еще мне нужно лапшичку туда засыпать, как дети любят. Это сушеный укроп сверху. Так, друзья, немножечко обжарилась. Забрасываем картошечку. Можно, в принципе, сразу сосиски эти бросить. Ну, чуть-чуточку подержу, наверное, картошку. Или не надо уже держать. Не надо. Все, забрасываем дальше. Все остальное. Потом я уже добавлю зелень. Сейчас мы это все немножко посолим. Зальем водицей. Добавим потом зелени. Чтобы было пожиже. Такой, знаете, густой суп. Чтобы с вкусной такой сдобной булочкой. Так что, друзья, это прекрасно, когда все меняется. Готовить по старым книжкам, ну да, наверное, это здорово, но пусть все меняется. Это прекрасно, что ничего не стоит на месте. Так, вот так, наверное. Я не знаю, честно говоря, сколько соли я буду пробовать, потому что вот в той приправе нет соли вообще, но колбаски соленые. Поэтому надо добавить, надо еще добавить. Я еще, наверное, буду добавлять водицу, потому что она еще и выкипит вся. Это так. У него еще стивка. Так, почти готово. Сейчас добавлю вот эту вот лапшичку, как всегда. Так, сейчас сюда добавляю зелень. Не всю, наверное, ну хотя, наверное, всю, чтобы здесь будет побольше зеленого. Так что, друзья, это прекрасно, что тот же борщ можно приготовить десятком способов. Плов, я не знаю, тысяча, наверное, способов. И будет обязательно вкусно. И никто вам за это голову не отрубит, что вы как-то не по какой-то технологии сделали, которую кто-то когда-то написал. Опс, уже красиво. Угу.
Так, сейчас я убавлю огонь, накрою крышкой, и пусть у меня все тушится. Картошечка пропитается всеми специями, колбасками, зеленью. Вот я люблю, когда картошку, вот почему я еще люблю, когда она рано забрасывается, когда она и разварится, не разварится. Ну, понятно, разная бывает картошка. Но вот эта не разваривается, она держит форму, даже если я 2 часа сейчас буду томить это все под крышкой. Но сама картошка будет обалденно вкусная. Она вся пропитается вот всем-всем-всем, что здесь есть. И будет еще вкуснее. Так, еще потом свежей зеленью уже сверху будем посыпать, уже готовая, когда будет. Так, накрываем крышечкой, тушим все это дело. Друзья, вот не могу нарадоваться своим румянам. Новые мои румяна. Ну, они у меня всю жизнь, я, честно говоря, ими пользуюсь, вот этими, именно Ланком. Там всего 3 цвета, я всю жизнь пользуюсь именно Ланком, именно вот этими. Очень хорошие румяна, очень классное, хорошее качество. В общем, друзья, хотела с вами поделиться. Я просто крашусь, нам сейчас нужно встретиться с ребятами. Очень торопимся, поэтому стараюсь все успеть. Друзья, мы едем на встречу с ребятами, с нашими друзьями. О, как ветрено у нас, да, Вов? Все, мы поехали. Как папа говорит, бросила готовить свой бигус. Но я не бросила его готовить, я его просто закрыла крышкой, у меня Лиза его выключит через час. Она точно его выключит? Ну, даже если не выключит, то ничего вкуснее будет. Думаешь? Там на медленном... Нет, я позвоню ей. Хана белой сковородки. Я напомню ей, просто позвоню. Нет, там же с водой, поэтому не хана. Вот, поэтому приедем нам, в принципе, на час, потому что ребята тоже торопятся, им в аэропорт, и мы тоже торопимся, нас Катю встречать надо. Но, в принципе, Лиза, если мы чуть-чуть будем не успевать, она встретит Катю. Она сегодня, у нее там что-то отменилось, она с Лавриком осталась. Мы хотели Лаврика взять с собой, уже одевая эти шорты, а он ни в какую, не хочу, и все. Но он вчера что-то с нами перегулял, видимо. Домовенок Кузя. Да, домовенок. Он вчера встал. Ага. И мы ему прям вот надоели. Ну, ребенок, да, что ему ходить по магазинам, по каким-то, ему это не особо интересно. Вот, и он просто устал, перегулял. И мы его зовем, говорит, нет, я не поеду. И у Лизы одновременно отменилось все. И, в общем, она говорит, я останусь с ним, мне надо, говорит, не берите. А ей Машу забрать. Ну, она с автобуса забирает, чтобы она по жаре не шла. И Катю потом забрать. У нас опять помойка какая-то. А, вывезли контейнер. Сейчас выбросим коробку. И вон у нас отпал, ну, контейнер увезли. Вон ворота открыты, контейнер увезли. Мусор вот так вот оставляют. Но его сейчас привезут. Его сейчас привезут, и персонал весь его закинет куда надо. Венерия. Венерия? Да. О. Так, друзья, мы приехали. Ребята еще будут через 5 минут. Как мы... я сказал, то Венерия. Первые. Венерия? 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 Так, вот такое заведение. Не знаю, мы здесь впервые. Мы здесь не были. Смотри, все покажем. Наем на все позиции. На все позиции. Смотрите, везде можно устроиться на работу. Ну, естественно, если у вас есть разрешение бармен, на работу. Бармен, повар, я так понимаю. Да, да. И... Вау, вот красота. О, войски. О, как круто, да? Это что, Венерия? Да, пап? Так, народу много. Маленькая, это большая, 750 мл. Мы пили с Вовиком такое. Ой, смотрите, здесь вкусняшки всякие есть. Какая-то красота. Я правда не знаю, что это. Ну, это закрывашки на бутылку, на самом деле. Бокальчики такие красивые. Очень мило, я вам скажу. Прямо очень. Вау. Так, нас ведут. Ребята заказали сами столик на свое имя. Мы просто чуть раньше приехали. Вов, ну тут прям вообще круть крутая. Да, Вовик? Круть крутая прям. Вот, друзья, Вова пришло что-то там заснять. Я вам сейчас быстренько вот так покажу немножечко меню. Кому интересно, можете посмотреть. Я так медленно проведу. Сколько здесь всего вкусного. Здесь не только винили, друзья. Здесь страшно все вкусно. Паста. Ризотто мое любимое. Морепродукты. Все. О, ребята уже пришли. Да?
Привет! Вас можно показать? Конечно. Можно? Тогда покажу. Привет-привет. Это Василий, это Алина. Всем привет. Наши будущие соседи по Флориде. Да. Слушайте, тут круто вообще прям. Мы здесь первый раз. Вы были здесь? Да. Были? А мы нет никогда. А, это сеть, да? Да, очень вкусно. Очень вкусно, да. Очень круто прям. Там много раз были. Видите, какой нам хлебушек принесли красиво. Знаешь, я был раз на Гавайях. Пять дней подряд ходил туда. Чизкейк Фэктори. Я потом где-то полгода не ходил. Если каждый день ходить, то любой даже самый хороший ресторан. Да. Да, конечно, доедает. У меня вот, допустим, мы даже сидим. Так, у нас... Ой, музыка. Так, у нас салатик, быстренько покажу. Так, булочку нам приносят в любых количествах. Только мы съедаем. Так, вот что, не знаю, что. Салатики. Так, сейчас у меня будет ризотто. Так, друзья, это очень вкусно. Вот это брюссельская капуста, соевый соус, чеснок чувствую. Здесь соус песто. Еще фишка в соусе. Соусе, да, очень вкусно. Мята. И остренько еще так, остренько немножко. Я сразу несколько. Мята не чувствуете? Не, вот. Я чувствую соевый точно. Вот она. Где она мне? И чеснок. Она зажарена. Нарезанная, ты думаешь? Так, друзья, что у нас еще новенького? Так, Алина, это что? Рыба? Рыба в соусе. Рыба в соусе с салатиком. Так, у меня папа убери свою конечность. Так, у меня ризотто. Я не знаю, почему черный соус. Папика. А, у вас одинаковая? Да, у нас все одинаковые. Только у тебя толченая картошка, пюре картофельное. А у вас у всех одинаковые? Да. Это только у меня. Попробуйте у меня, возьмите, попробуйте. Так, все, мы посидели, ребята, пока-пока. Увидимся скоро. Давайте, пока-пока. Все, мы посидели так хорошо с ребятами. Они нас еще угостили. Спасибо им огромное, конечно, очень было неожиданно и неудобно. Самое главное, ребята, вот это для всех тех нерешительных людей, которые... А, да. Да, прям хочу поделиться, я надеюсь... Я надеюсь, они не будут против, потому что, в принципе, не секретная информация, но вот нам сегодня была поведана история, после которой, когда нам вы пишете, что мы какие-то там герои, что мы с пятью детьми поехали, переехали, все, так вот там сегодня скромная Алина поведала историю, как их родители переехали в свое время с девятью детьми. И здесь десятый родился. Да, с девятью, ребята. Вау! Девять детей переезд в США. Вот это не было просто, вот видимо, это уровень. Ютуба, да, но вот это вот я понимаю. И все, слава богу, устроились, и у всех и бизнесы, и дома, и прочее. Хорошо, и вот такие вот истории, поэтому... Да. Они здесь уже давно, получается, живут, да, все. После этого штата, нам даже стыдно говорить. Поэтому, ребята, когда мы говорим о том, что у кого какие-то такие там бывают героические моменты или решаешься, да я не знаю, а как там жить, а как же это... все бросить. Да, вот это уровень, вот это люди, на которых когда... Ну, опять-таки, кому оно надо, мы сейчас об этом кому говорим. Надо, то есть, конечно. Мы не занимаемся агитацией на тему переездов, а те люди, которые как бы говорят, что я живу плохо, я бы, конечно, переехал, но как взять деньги? И люди переезжали уже в возрасте, когда им было как нам, то есть ровно так же 40 лет, там 38 лет. То есть, но когда обстоятельства какие-то складываются, что вам необходимо переехать, и вы только боитесь потому, что вам, возможно, будет там тяжело, что-то еще. Будет. Ребята, вот истории непридуманные, да, и я просто сегодня, когда сказал, я несколько раз спросил, правильно ли я понял, после этого так подумал, мы давно общаемся, просто не знали об этом. Да, мы не знали, потому что она как-то не рассказывала. Это вот Алина присылала помидоры, помните мне вот целую посылку такую. В общем, ребята, 9 родителей вдвоем переехали с 9 детьми. С 9! Ребята, это прямо капец, просто в самолет, надо отдельный автобус. Понимаете, вы, когда люди, ну, то есть у нас с 5, у нас там, мы берем по две комнаты в отеле, да, когда куда-то переезжаем, по две машины, то есть мы никуда не помещаемся.
потому что если я не за рулем, то у нас вот максимум, да, у нас все машины большие, потому что, ну, куда-то выехать всей семьей или переехать из пункта А в пункт Б, это уже все. А если это еще проблема. Плюс водитель, вы в такси едете, то вы уже в одно такси не вмещаете. А чемоданы, а багаж? Соответственно, да, две машины, там, два отеля, там, вот, то есть куда-то разместиться, даже, знаете, когда приехал напроситься кому-то в гости, но это нереально. Ты такой, можно нас тут всего там, то есть это итого получается, понимаете, это 11 человек, семья. Разместиться временно, всех накормить, обуть, одеть. Мы просто вспоминаем, как на полу просто спали. Просто позавтракать, понимаете? Просто завтрак дать на 9. То есть нас на 7 человек, а это на 11 человек, это капец. Вот просто пошел куда-то, вышел, и это... Я не представляю, как это люди делают. То есть это очень тяжело. Когда, знаете, когда мы рассуждаем про просто название и цифры, это одно. Но когда... начинаешь просто считать, вот, ну, очень многие люди смотрят так, ну, ладно, ну, трое, пятеро, там, да, но как трое от пятерых отличать, я вам скажу, очень просто. Возможность, даже не в плане еды, а возможность просто заселения, когда вы куда-то приехали, не знаю, то есть у нас в Диснейленд вход стоит, это просто, вдумайтесь, по $110 на человека, да? Ну, нам как... штукарь обходится каждый раз. Не, ну куда? Больше. Намного ну, больше. Ну, почему больше? Потому по 100 что... с лишним долларов на одного, ну, да, так, ну, и штуку таксы, баксов да, мы тратим. Я только сегодня считал билеты на четверых. $1200 получается на ну, три дня на четверых. На один такой... день, да, на один день не получается. Соответственно, это только вход, потом билет. То есть все вот это, когда вы начинаете считать, а когда вы считаете, как бы, куда вам нужно уместить, просто рассадить всех, а 9 человек, а поесть, вау, да. Да вот то есть еда мы, постирать да. просто. Одного порошка. Вот вы, ну, это, конечно, я говорю, все это не считается, пока вы через это не проходите. Угу. Пока вы это не превращаете каждый день просто в жизнь. И когда это, конечно, потом все. Так, сейчас, секундочку. У меня Лёва.